О, ну не красавец. Значит, Юпитер посередине, понятно, справа. Крайний спутник правый — это Ганимед, потом идет Ио, потом идет Юпитер, потом идет Каллисто и Европа. Третье мая 2020 год, Харьков, 4:40 по Киеву. Мне нравится. Уже светло на улице, но хватает Юпитеру света, сила запечатлеться. Ты посмотри, какая красота. Да, поснимал я Марс, поснимал я Сатурн. Дождик прошел, небо облачное, а где у нас Сатурн? Может, сейчас получится его еще поймать. Ой, его уже еле-еле видно. Так, как же нам сориентироваться? Вот это у нас над одной вершиной, это у нас Юпитер. А вот здесь, между этой вершиной и вот этой, Сатурн. О, вон он, вижу. Вижу, как говорил мой сыночек. Годика водила. Ой-ой-ой, куда ж ты, родненький? Не прячься. Слушай, это, по-моему, просто великолепно. При всех тучах, ветрах, пылевых бурях, грозах и всем остальном удалось снять. Именно в это время рассвета такая замечательная погодка. Сейчас попробую не выпасть из кадра. Ушел. Чудесно, чудесно. Так, сейчас попробую кольцо резкости повращать. Заранее извиняюсь. Ну, чтоб ты этого не делал, да? Что, еще раз? Где-то я уже потерял. О, Юпитер. Ляпота.
Да. Ну, Марса мы же точно, наверное, не увидим. Ой, ой, ой. Не вижу. Ты посмотри, какое небо проблемное. А получилось снять. Ну ладушки, сейчас попробую еще на других настройках поснимать.